Олег, привет, давно не виделись. Слушай, извиняюсь, на недельку я отлучился, просто командировка была, я видел там пропущенные звонки. Слушай, ну я вчера заезжал на объект, так посмотреть, что ты сделал, вот. Я, самое знаешь, в чем проблема? Вот эта перегородочка не по проекту стоит. Вот, объясни, почему ты так сделал. Ну просто пойми, для меня принципиально шкаф. Там все рассчитано. Ты видел там по дизайну, там все шкафчики, все по сантиметрам рассчитано. Потому что там ты заузил на 8 сантиметров. То есть вот эта стеночка на 8 сантиметров должна сюда больше быть. Получается, я там уже не смогу поставить то, что мне надо. Чем ты руководствовался? Объясни мне, пожалуйста. Что, как теперь исправлять это мы будем? Ничего не буду исправлять. Извини, что с наезда, но я просто прямолинейный человек. Ну, исправлять, во-первых, ничего не будем, это раз. Во-вторых, ну, чтобы этого не произошло, надо быть на связи. Мы с вами договаривались, что вы будете всегда на связи, чтобы обсуждать эти вопросы. У вас дизайн-проект как выполнен? Все по... То есть дизайнеры проверенные, нормально. Хорошо. А кто ведет этот дизайн-проект, дизайнер? Ну, нет. То есть, а если у вас нету, с кем мне решать технические вопросы, тупиковые, которые требуют решения? И которые будут... От вас зависит это решение. Не, ну до этого я же отвечал, просто ну форс-мажор. Ну, извините, у нас с вами договор. По договору мы неделю делаем объем работы, вы должны его проверить и оплатить этот. Вас нету, мне надо мастерам давать, чтобы они сделали, во-первых, закрыли работу, ага. Во-вторых, чтобы у них была оплата. Чем мне руководствоваться, объясните, у кого мне спрашивать? Олег, я понял, к чему ты клонишь, что моя вина, что я не отвечал на телефон, да? Но можно было бы там, я не знаю, все равно как-то. Это же вопрос такой. Ну как, кому? Дизайнер? Дизайнер на это не подписывается, потому что он не ведет объект. Он и не будет на это подписываться. Я бы тоже не подписался. Если я здесь не веду объект, зачем мне сюда ездить, решать проблемы и брать на себя ответственность? Угу. И опять, если как он, дизайнер, сейчас, допустим, дизайнер, угу. Я сказал эту проблему, угу. Он, ну хорошо. Ждем, когда приедет заказчик, да? Угу. И что? И у меня неделя простоя, вы оплачивать будете? Ну, Олег, давай... Нет, я вот просто я понимаю, не понимаю. То, что на вас наговариваю или там наезжаю, да, угу. Образно говоря, таким сленгом, да, просто вот по-человечески, кто, как? Согласен, моя вина, что я не отвечал, согласен. Вот. Ну что в этой ситуации будем делать? Ну в любом случае это надо переделать. Ну переделать мы ничего не будем, это однозначно. Почему? Потому что я вам сейчас покажу, и я думаю, вы согласитесь. Потому что если бы даже я вам бы показывал это... Олег, подожди, перебью. Ну мы договаривались же, что ты будешь делать все по проекту. Ну вы в курсе, что у вас проект вообще не сходится? В смысле, как не сходится? Ну по чертежам. Ну как? У вас разные разметки. Если брать от этой стены одна, одни... замеры, если брать от той стены другие замеры. Вот можете попросить замерить вот это расстояние? No. Вот я просто по проекту смотрел, там написано 1495. Uh-huh. Вот. Ага. Но у тебя здесь далеко не 1495. Я знаю. У тебя 1410. Я знаю, 8 сантиметров. И что? Да, 8,5 даже. Ну, где? Почему их нету? Почему? А потому что, я не по проекту. Потому что у вас не сходятся все... все размеры. Вы сейчас взяли от этой стены. Да. А если мы размеры берем от той стены. А зачем от той брать? Давай от этой же ближе. Подождите. Мы решали с вами по поводу вот этой перегородки. Проверяли с вами, что она по размерам стоит? Ну да. Смотрите. Вот это уже стоит по размеру. Ну да, помню. Почему она стоит по размеру? Потому что мы высчитывали полную площадь ванных комнат, одной и другой, правильно? Да, две ванны. И ванные комнаты у вас в обязательном порядке были, потому что у вас уже дизайн, проект полностью под плитку сделан. У вас элементы, которые плитки, допустим, на стеновой, там она занимает определенный размер, где у вас будет все стоять. Да, то есть да. Нельзя ни больше, ни меньше, никак. Ну там да, там строго. Все, мы с вами это проверили. Угу. Вот она, эта стенка у меня, уже мы собрали. Все. Там все соответствует. Значит, вот эта стенка, да. Это можно сказать отталкивающий. Эталон. Эталон. Ну, понятно. Давайте теперь ваш дизайн-проект посмотрим. Давайте. Вот смотрите, я увеличил его. Это вот, ну, просто сфотографировал, потому что сегодня очки не взял. Угу. Вот у нас эта стена. Вот она. Да. Правильно? Да.
Вот у нас эта кладовка. Вот она. Ну вот, да, вот вход. Смотрите, от этой стены сколько размер какой стоит? Метр. Проверяем. Ну, метр, да. Ну и что тогда? То есть, что размер получается? Соблюден? Ну, получается, да. Слушай, ну а может было, я не знаю, может чуть как раз занизить? Нет, нельзя. Почему? Во-первых, не забывайте такие вещи, почему нельзя. Лучше пожертвовать 8 сантиметров кладовкой, угу. И вам мебельщики сделают поуже там полочки или тому подобное, это обыграется, угу. В порядке вещей. Проход никогда, угу. Нельзя заумещать. По одной такой, можно сказать, эталонной мерке, да, то, что должен быть пожарная безопасность, это раз. Угу. Второе, то есть что, не меньше метра? Да. Второе. Ну, там оно разное конфигурируется, но оставляем больше метра. Даже вам прописывает это дизайн-проект. А лестничный марш там 1.10 м есть по-разному. Угу. Но я к чему говорю, угу. Еще? Почему, понятно. Она учла этот метр? Угу. Вам же сюда заносить еще и мебель. Ну, вот сюда за ворот. А вам 10 сантиметров могут быть решающие, что вы сюда не занесете. Ну, может быть. Или как туннель будет, да? Ну-ка сейчас далеко. Ну, вам, я же говорю, как вам будет комфортнее, заходить в широкую дверь или в узкую? Не, ну согласен, какой-то коридор бы получился. Узкий. Все. А по поводу ваших полочек мы что сделали? Мы компенсировали очень просто. Вот этот размер, угу. Вот этот размер, он, угу. Остался такой же, как по чертежам. 600. А, кстати, да, там 61. Ваши полочки. Если, ага. Вы, и, как это сделали? И вы не обратили внимания просто, я, да, просто, да, да. Уменьшил, как? Проход двери. А, вон что. У то вас есть... он был здесь на 800, я, да, сделал, да, да, на 700. Да. Тем самым компенсировав это, оставляя, да, ваши полочки в порядке. Слушай, ну хороший, кстати, вариант, я об этом не подумал. Я взял размер стены целиком, то есть как бы раз. Слушай, ну неплохо, неплохо. Я все больше уважать вас начинаю. То есть, как бы, да, вопрос решен. Я согласен, что, как вы правильно говорите, что надо это решать все на месте и не принимать на себя инициативу, да. Но есть такие моменты, когда это необходимо делать. Да. Я бы тоже, если бы вы здесь были, я 15 раз бы вас пригласил бы и решали бы это с вами. Но, mm-hmm. Извините, если вы пропали на неделю, и у меня работа кипит, и мастера, и я не могу это. Ладно, буду стараться на связи быть. В принципе, я согласен с вами, да, так это лучший вариант. Проем лучше не заужать. Ну, я думаю, да. Даже вам будет это комфортнее, когда у вас проход больше, ну, или, да, вы, да, уменьшаете, извините, его на 10 сантиметров. Ну, 8-8,5, неважно. Не, ну то, что еще по проекту, действительно, там же у него тоже метр. Да. Можно сказать, вы отсюда и плясали, а вот это уже как-то. Конечно, пришло. Я брал стенку вот эту за эталон, не ту, а эту. Потому, а у него, что это получается... с вами, почему я и пошел на этот шаг, потому что это мы уже с вами утвердили, все. А у него получается по проекту, если от той стены плясать, то сюда приходит погрешность 8 сантиметров, да? Вот эта стена должна на 8 уйти туда. Не, это, конечно, заузило бы тогда ванну у нас. Не-не-не, мы как раз об этом же говорили, я вспомнил, да, когда вот эту стену вымеряли, вы от этой стены показали, что она типа должна туда дальше быть. Вот, все, вот и все. Все. Ладно, Олег, все, успокоили. Все, я теперь на связи, пока в городе, так что обращайтесь, буду, если что, приезжать. Хорошо. Извиняюсь за беспокойство. Все нормально. Давай, пока. Счастливо.